Но видите, здесь нет меньше народа, чем в Сплите. Да. Здесь прошла одна из экранизаций Ромео и Джульетты, когда Верона была закрыта на реставрационные работы. И вообще вся реконструкция средневековой части города прошла под руководством Никола Флорентийца, ученика Донателло, в лучших традициях тосканского ренессанса. Это главная площадь, где когда-то находилась агора греческая, римский форум, хорватский терг, торговать, площадь. Что мы здесь видим? Городскую ложу, где заседал публичный суд. Значит, весь народ принимал участие в вынесении приговора. Так что, я дальше. Кафедральный собор, который строился с 1303 года, в 13 веке он уже работал, но много раз перестраивался. Ну, основная его часть построена в романском стиле. И, кстати, какие красивые водосточные желоба, горгули, мы потом с вами увидим правее. И колокольни, который тоже строился очень долго. Это видно по различным стилям. Готические, ренессансы, манеризм. На самый верх, в 1605 году, было установлено металлическое ядро громобрат, первый, громобрат, значит, громообраз, которые были внесены в основном. А чем этот собор интересен? Во-первых, построен из местного камня. Во-вторых, внутреннее убранство потрясающее. Там часовня таинства, где находится саркофаг с мощами местного жителя. Ивана Урсиния, белорусский голубой епископ. И очень красивый посол, к которому мы сейчас подойдем и увидим сразу.